Я Харви Ньюэлл Рассел, новый учитель математики. Футбольный тренер? Именно. Мы учим их выживать, иначе потом им ни за что не справиться. Вот, например, футбол. Он учит командной работе, дисциплине. А ведь без этого никому не выжить. Я так считаю. Ты либо работаешь в поле, либо играешь на нем. Ладно, убедили. Я в деле. И я. Отлично. На старт! Внимание! Марш! Это будет сложнее, чем ты можешь себе представить. Сегодня мы выступаем против команды, выигравшей 2 турнира штата. Лучше оставайся в грязи. Тебе там самое место. Интересная схема. У нас новая тактика. Выстраиваемся в линию за 18-м для первого паса. Какая у меня будет позиция? Станешь квотербеком. Так мы сможем победить большие команды. Вперед! Нам не взять количеством. Будем использовать наше преимущество. Скорость. У вас, наконец, есть команда. Что тут сказать? Молду дал. Вы понимаете, что пока они там прохлаждаются на футбольном поле, мы тут теряем деньги. Когда вы, наконец, сделаете правильный выбор и встанете на их сторону, у нас есть все шансы в корне изменить жизнь этих ребят. Они жаждут вашей победы. Люди болеют за тех, кто чего-то стоит, как ваши соперники. Сложно верить в себя, когда рядом никого нет. Ты один. Скажу честно, я смотрю на всех вас сейчас и горжусь тем, что я сирота. И вы тоже гордитесь. Если верите в себя, верите друг в друга. 12 могучих сирот. Раз, два, три!